Всем здравствуйте, всем доброго, доброго, хорошего дня. У кого-то вечер, как у нас сегодня. Смотрите, я вам сейчас покажу, сколько мне цветов подарили на мой день рождения. День рождения был 23 числа. Спасибо большое всем за поздравления. Очень-очень приятно. А еще в мой же день рождения у некоторых подписчиц был день рождения. Я вот помню на... Ну, так, чуть-чуть на память, если ошибусь, исправьте потом меня. Лариса Бровина, я вас поздравляю с днем рождения, который у вас происходит тот же самый день, как и у меня. Ну, смотрите, какие красивые цветы. Это хризантемы. А вот тут розочки бордовые были. Правда, они уже головки повесили. А вот это вот букетик. Дочка сделала зефирный букетик. Мы уже тут несколько розочек съели. Сладкие, вкусные. Вот хризантемки в горшках. Их можно посадить в сад. Вот такой цвет. И вот такой цвет. И вот еще такой цвет. Красивый. Ну, конечно, еще были коробки с конфетами. Вкусняшки. Так, а здесь вот, смотрите, штатив небольшой, как раз для телефона. Если я буду снимать видео с телефона, вот такой штатив мне подарили. А вот эту открытку сделал сам внук Богданчик. Цветочки такие, как прям на моем платье из василька. Помните, я его мерила. Ну и, конечно, здесь он написал мне что-то. Что-то очень-очень личное. Спасибо Богданчику. Ну, вот такие вот еще у меня вазочки с цветами. Это были, это и есть мать и мачеха цветы. Только они сейчас уже к вечеру головки закрыли. А каждое утро они открываются. Такие красотулечки. Вазочки маленькие. Угу. А еще у меня теперь вот такие вот весы есть, смотрите. Весы кухонные, электронные. Можно на них взвешивать до 7 килограмм. Уже пробовали ими пользоваться. Это дочка с зятем мне подарили, а сын со снохой. А вот такую мультиварку мне подарили. Что, будем пробовать в ней готовить. Это я на стул поставила, чтобы было вам видно. Вот, будем пробовать в ней что-то готовить. Там книжка по ее использованию, инструкция. Ну и рецептов, конечно, много. Вот так. Я вскрыла коробочку, в которой были весы. Вот так вот они выглядят на батарейках. А то я измеряю постоянно стаканами. Но у меня есть весы, но на них деления такие, черточки, не цифры. И Аня, дочка, говорит, мама, там не всегда можно, мол, правильно показать вес. Вот электронные купили. Спасибо большое. Да? Спасибо. Ну, а вот так вот выглядит мультиварка. Я вскрыла упаковку тоже. Пакетики сняла. Со всех. С этих ложек пакетики снимала. Вот это я понимаю, что это мерный стаканчик. Вот это я понимаю, что нужно что-то готовить на пару. Ну, а вот это сама чаша. Ёмкая, достаточно ёмкая. Я еще не прочитала. Инструкцию не прочитала. Насколько тут литров? Вот. И вот такая вот книжечка в упаковке. В комплект входит 50 рецептов. Вчера вечером читала. Буду продолжать изучать. Возможно, с вами что-то приготовлю в ней, в такой мультиварке. Но цветами я любуюсь прям с удовольствием. Я ваши все комментарии прочитала. Столько много хороших слов. Спасибо большое. Спасибо большое, большое. Радуюсь. Цветам очень рада. А вот эти цветы я посажу обязательно к нам в огород. А еще я вам хочу показать свой цветочек орхидеи. Вот так вот она. Она выпустила веточки новые, цветоносы здесь, почки вот какие.
две веточки будут цвести. И столько воздушных корней, посмотрите. Листья такие крупные, хорошие. Немножко цвет что-то поменяли. А за окном у нас, на осень похоже. Целый день вчера шел дождь. Сегодня продолжался дождь. Солнышко минут на пять, наверное, выглянуло. И снова дождь, ливень был. У нас Слава выставил бочку под крышу, чтобы стекала вода. Целая большая бочка набралась, и уже сверху текло дальше вниз. Вторую емкость поставил, и та тоже полная. Сейчас я окно открою. Слышно, наверное. Птичек слышно, не слышно? Вон вся дорога в лужах. Прохладный день. Неуютный день. И небо такое же. Закрываю, а то холодно. Мы делали шашлык на мой день рождения. Вот такие у нас теперь шампуры есть. Миша дарил. Но они такие большие, да такие мощные. Надо теперь для них искать место, куда же их можно пристроить и уложить. Какой-то футляр или чехол здесь сделать для них. А можно просто в нижнюю полочку стола или тумбочки положить. Но красивые. Смотрите, какие. Ручки красивые. Слава их помыл уже все. Надо убирать. Вчера и сегодня ничего не снимала и ничего не готовила. Ну, во-первых, потому что еды еще много осталось. А во-вторых, посмотрите, на духовке снова мигают нолики. У нас и вчера, и сегодня очень часто отключают почему-то свет. Так что у меня сегодня простой в кулинарии. Но куличи еще есть, яйца вареные, крашеные есть. И шашлык еще остался. И борща целая кастрюля. Так что еда есть, я просто второй день просто отдыхаю. Чего и вам советую. Отдыхайте в эту пасхальную неделю. Просто вот общайтесь с друзьями, со своими родными. И у вас будет так хорошо на душе. Даже если свет выключают. Я сказала, даже если свет выключают. Меня Слава всегда поправляет. Электроэнергию выключают. Ну да. Вот смотрите, у меня цветок набирает цвет, бутончики уже есть. Это я уже около другого окна совершенно. Здесь у меня декабрист стоит. И здесь тот же самый цветок, который я вам уже несколько раз показывала. Цветет еще, продолжает. Уже, наверное, месяц цветет. А на улице тоска. Хотя зелень появилась после снега сразу. Травка зелененькая. Видно? Курочки наши целый день гуляют в вольере, дышат свежим воздухом. Это не наша территория, то, что я в окно показываю вам, это не наша территория. Вот до этого маленького домика детского, это наша. А домик уже не наш. А вот эта вот одинокая веточка, это деревце. Это из косточки выращенная хурма. Вот, почувствовала весну, и начался рост листочков. Что с него дальше получится, не знаю. В нашем климате, наверное, ж не вырастет хурма. Ну, такая вот веточка длинная. И на макушке вот такие листочки. Ну что ж, я с вами, наверное, попрощаюсь. Смотрите, около пруда с правой стороны белое. Это еще снежный сугроб. Снежок. Я с вами попрощаюсь. Конечно, всего-всего вам хорошего, доброго и прекрасного настроения, и хороших друзей рядом, и мира и покоя в семьях. Всем желаю только всего хорошего. Будьте здоровы, все. До свидания.